Добрый день! Сегодня в нашей творческой мастерской мы сделаем рисунок на руке в технике мехенди. Для этого нам потребуется хна. Мы будем использовать специальную в тюбике, которую можно найти в любом художественном магазине. Ватные диски и кусочек лимона. Масло. Вы можете взять как и специальное увлажняющее для кожи, так и оливковое. А также обычная хозяйственная губка. При работе нам понадобятся обе ее стороны. Для начала смазываем руку маслом, чтобы обеспечить коже особую мягкость и раскрыть поры для более качественного впитывания хны. И протираем руку ватным диском. Выдавливаем лимонный сок на руку и также легонько протираем ваткой. Кислота обезжиривает кожные покровы. Мы с вами будем рисовать небольшой элемент в классическом индийском стиле. Откройте тюбик и посмотрите, не скопилась ли на кончике лишняя хна. Пористая сторона губки нужна именно для того, чтобы убирать остатки хны, которые могут испортить чистоту линий. Начинаем наш рисунок с центральных кругов. Внутри внешнего круга делаем полосочки. Далее прорисовываем завитушки. Хна – сложный материал. Не торопитесь, старайтесь наносить хну тонкими линиями, чтобы не было подтеков. После этого каждую завитушку описываем небольшим полукругом, соединяющимся со следующим у основания. А теперь проделываем то же самое еще раз. Остается добавить капельки. Теперь наш рисунок готов. Чтобы дополнить его, можно добавить незатейливые элементы в виде точек по кругу. После того, как мы закончили рисовать, нужно подождать от 30 минут до часа, в зависимости от того, насколько быстро высохнет хна. Итак, прошло 35 минут, хна высохла. Теперь счищаем верхний слой шероховатой стороной губки.
и вновь капаем лимонным соком. Готово! Наша временная татуировка в стиле мехенди завершена!